И снова здравствуйте! Я надеюсь, что вы успели отработать все движения, которые мы с вами учили на предыдущих уроках. И сегодня, на заключительном уроке, мы попробуем все эти движения соединить. Начинаем с маленького квадрата. И раз, два, три, раз, два, три. Большой квадрат. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Правый поворот. Я надеюсь, вы успеваете за нами. И раз, два, три, раз, два, три. Перемена. Раз, два, три. Левый поворот. Раз, два, три, раз, два, три. Перемена. Два, три. Правый поворот. Два, три, раз, два, три. Я очень вас прошу не стремиться в точности повторять абсолютно все мои ощущения и движения, потому что я это делаю как человек, занимающийся танцами почти 30 лет. Ровная спина — это очень важно. Объемная позиция в медленном вальсе — это тоже, конечно же, важно, но это не самое главное. Самое главное, что вы знаете принцип движения, принцип шага. Всегда раз, два, три, всегда мы меняем вес, и тогда вы никогда не собьетесь и будете шикарно выглядеть. Я хочу, чтобы вы просто увидели, как еще можно станцевать те же самые связки, в каком ощущении. И поверьте мне, это тоже будет выглядеть красиво. Давайте попробуем под музыку. Более компактная позиция, более аккуратное движение. На танцевальной площадке народу может быть очень много, поэтому у вас должна быть возможность двигаться даже на самых небольших шагах. Раз, два, три. Но самое главное, это такой же принцип. Мы также переносим вес. Мы можем при этом разговаривать. Как дела? Как ощущения? Прекрасно. Спасибо большое. Даже если что-то не получилось, даже если вы сбивались, ни в коем случае не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Это легко. Это правда легко и доступно. И научиться танцевать медленный вальс может абсолютно каждый. Каждый из вас. Главное — это ваше желание.